Чистый город начинается с чистого двора. По таким названиям в Кызылординской области прошла еженедельная экоакция в рамках «Таза Казахстана». В областном центре очистили зоны отдыха и дворы многоэтажек, а в Сырдарьинском селе Писарык навели порядок на улицах и в скверах. Тему продолжит моя коллега Райхан Тажибаева. Дворы многоэтажек – это не только место отдыха и детская игровая зона, но и визитная карточка города. Поэтому акцию чистоты жители домов по проспекту Абая и улице Гани Муратпаева в Кызылорде поддержали охотно. Полсотни активистов покрасили беседки, побелили деревья и собрали мусор. Масштабную уборку развернули и в других районах города. Порядок привели городские скверы и аллеи. Дело по душе, говорит жительница города Айдана Карибаева, нашел каждый доброволец. Каждый может внести в благоустройство города свой посильный вклад. Цель у всех общая – сделать свое окружение чище и лучше. К тому же общее дело сближает людей. Чистые улицы и уютные скверы – это то, чем может похвастаться сырдарьинский аул Бисарык. В прошлом году он признан победителем областного конкурса «Образцовое село». Главный девиз местных жителей – чистота начинается с порога, говорит аким села Даулет Сарсимбаев. Ежедневная уборка улиц, дворов и прилегающих участков стала для жителей привычным делом. В прошлом году за победу в конкурсе «Образцовое село» мы получили коммунальную технику. Сегодня она помогает нам вывозить мусор и содержать Бисарык в чистоте. С начала экоакции «Таза Казахстан» в регионе вывезли более 20 тонн мусора и высадили почти 130 тысяч деревьев. Очистили сотни социальных, культурных и водных объектов. Привели в порядок тысячу улиц и дворов. Райхан Тажибаева, Ахан Алиев, Нуржан Музарапшина, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылординская область, 24 КИЗ.